В период школьных каникул юные горожане проводят больше времени на свежем воздухе, но при этом не всегда уделяют должное внимание безопасности. В этот период задача водителей – быть особенно внимательными. Доброе утро! Патрульная служба, старший сержант полиции Горбенко. 10 минут, пожалуйста. Профилактическая операция «Осенние каникулы» на территории Смоленской области проходит с 28 октября по 4 ноября. Задача инспекторов – контроль безопасности дорожного движения, а также профилактические беседы с его участниками. Просьба к вам, как участнику дорожного движения, соблюдать ПДД, правильность проезда нерегулируемых пешеходных переходов, ну и, соответственно, безопасная перевозка детей. Количество ДТП с участием пешеходов, в том числе и детей, к сожалению, продолжает увеличиваться. О важности соблюдения правил дорожного движения многие вспоминают, когда становится слишком поздно. От лица ГИБДД хочется предупредить водителей, а также пешеходов о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения, чтобы исключить возможные негативные последствия с юными пешеходами, которые находятся на каникулах. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна ТВ.